Всем привет! Стала известна дата 9 сезона шоу «Холостяк. Россия». Первая серия выйдет 13 марта 2022 года. Также есть варианты, кто станет главным героем шоу. Как было сказано организаторами проекта, их будет два. По слухам, главными героями могут быть Егор Крид, Тимати, Дава и певец Джонни. Тимати намекнул о своем участии, сказав, что к Клюкиной можно два раза, а ему что ли нет? А Дава публикует фото с алыми розами, но у него недавно вышел трек «Алые розы», поэтому, возможно, шоу ни при чем. Канал ТНТ обещал, что «Холостяк» будет серьезный. Заинтриговали. На этом закончу. Любите «Холостяка», подписывайтесь на канал. До скорого!